Мне кажется, мы пришли в этот мир для того, чтобы взращивать свои души. Поэтому для меня материальное, оно ничего не значит. Я могу потерять все, и я не говорю, не скажу, что я там буду менее счастливым человеком. Я снова все приобрету, если мне это будет нужно. Я пойду, буду стараться, буду работать. И самое главное, чтобы я не потеряла свой свет, не убила саму себя. Физически умереть – это не так страшно. Очень страшно погубить свою душу. Вот я считаю, что так.